страшные игры. Может быть, это, конечно, и правда, но некоторые говорят то, что этого человека из игры The Thatcher реально видели. Кстати, вот так он выглядит в более хорошем качестве. Также некоторые говорят то, что если на последней стадии смотреть ему в лицо, а именно в гипнотизерческое, у всех начинались галлюцинации, особенно если улучшить качество его лица. Но как по мне, это всего лишь миф. Может, у кого-то действительно были галлюцинации, но по крайней мере никто об этом не говорил. Особенно говорят, если крутить его голову и смотреть на его лицо. Таким образом, вы схватите какую-то галлюцинацию. Но опять-таки, если лицо имеет высокое разрешение. Если вам интересно, что этим людям кажется, так это все в красном фильтре. А также было головокружение. Если вы хотите больше такого контента, ставьте лайк и не забудьте подписываться.